I believe in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Я их убиваю и живу с тобой. 12-летняя девочка подтолкнула своего взрослого парня на убийство всей ее семьи. В 2006 году небольшой городок в Канаде под названием Мэдисон Хат потрясла новость. Трое членов семьи Ричардсон, в том числе 8-летний ребенок, были жестоко убиты в своем доме. Но еще больше канадцы были шокированы, когда стала известна личность убийцы. Ею оказались 12-летняя дочь Ричардсонов Жасмин и ее 23-летний парень, утверждающий, что он является 300-летним оборотнем. Жасмин стала самой молодой преступницей в истории Канады, совершившей несколько убийств. Жасмин и Джереми. По словам знакомых, Жасмин росла счастливой и общительной девочкой. Однако все изменилось, когда она встретилась на панк-концерте с парнем по имени Джереми, который был старше нее на 11 лет. Парень познакомил девушку со своим извращенным пониманием субкультуры готов. Молодые люди стали проводить много времени вместе. Они слушали музыку, смотрели фильмы, часто посещали местные готические и панк-концерты. Жасмин под влиянием своего парня стала постоянным посетителем таких сайтов, как vampirefreaks.com. Начала носить яркий макияж и черную одежду. Из типичного подростка она превратилась во мрачную, задумчивую девушку. Молодые люди общались не только в реальной жизни, они часто переписывались в интернете. У обоих были аккаунты на сайте Nexopedia, популярном у молодых канадцев портале. Различные сообщения, которые они отправляли друг другу, могли видеть все посетители. До того момента, пока владельцы Nexopedia не заблокировали их учетные записи, уже после преступления. На странице девочки под ником Runaway Devil, сбежавший дьявол, было указано, что ей 15 лет, и размещено приветствие. «Добро пожаловать в мой трагический конец». Она описывала себя как ночную ведьму, которая любила черную поэзию, странное дерьмо и печально известного серийного убийцу Джеффри Даммера. Джереми в сети называл себя пожирателем душ и среди своих интересов указывал боль и лезвие бритвы. На странице девушки он оставил комментарий: «Я скучаю по тебе больше, чем по убийству людей. Можем ли мы убивать людей вместе?» Джереми Стейнке. Джереми родился 15 января 1983 года. Он вырос в непростой семье. Его мать была алкоголичкой, а мужчина, с которым она жила, регулярно бил ребенка. У мальчика были проблемы не только дома, но и в школе. Одноклассники безжалостно издевались над ним. В 13 лет у Джереми диагностировали депрессию и гиперактивность. А позже он пытался покончить с собой. Трудное детство оказало влияние на его психику. У него была странная и сложная личность. В попытках уйти от тяжелой реальности он выдумал себе новую жизнь. Парень представлялся 300-летним оборотнем и носил на шее пузырек с человеческой кровью. Он рассказывал, что однажды съел сахарное печенье, которое приготовил его друг, добавив в тесто свою кровь. Когда он достал печенье из печи, оно было розовым. Столько крови он туда влил. Когда благополучная семья Ричардсонов узнала, с кем встречается их дочь, родители попытались запретить Жасмин встречаться с Джереми. Однако им не удалось этого сделать. Отношения между девочкой и родителями стали напряженными. Жасмин была убеждена, что у них с ее парнем настоящая любовь,
несмотря на существенную разницу в возрасте. Гнев и запреты Дебры и Марка только настраивали девочку против семьи, толкая ее в объятия нового возлюбленного. Джереми чувствовал неприятие Ричардсонов. Молодой человек вел онлайн-блог, и 3 апреля 2006 года он подробно описал несправедливое, по его мнению, отношение родителей с Жасмин. Он писал: «Арендная плата моей возлюбленной совершенно несправедлива. Они, родители, говорят, что им действительно не все равно. Они не знают, что происходит. Их жадность продолжает их поглощать, а она, Жасмин, медленно сходит с ума. Она постоянно благодарит меня за то, что я появился в ее жизни, чтобы помочь ей и остановить ее родителей. Это все полная ерунда. Я хочу перерезать им глотки. Они пожалеют о том дерьме, которое сделали. Особенно, когда я позабочусь о том, чтобы они исчезли. Они заплатят. Наконец наступит тишина. Их кровь будет платой». Жасмин все больше отдалялась от семьи. Ричардсоны чувствовали это и не знали, как вернуть ее. Казалось, они пробовали все, но это только усиливало чувство девочки к парню. Жасмин начала присылать Джереми по электронной почте свои мысли по поводу того, что нужно сделать. «Я их ненавижу. Все начинается с того, что я их убиваю», — писала девочка. «И заканчивается тем, что я живу с тобой». Джереми был полон энтузиазма. Он ответил: «Мне нравится твой план, но нам нужно проявить немного больше фантазии в отношении разработки деталей и прочего». Друзья Жасмин позже вспоминали, как она рассказывала им о своем желании убить родителей. Они не поверили, что девушка могла всерьез думать об этом, и сочли ее слова шуткой. 22 апреля Жасмин и Джереми решили вместе посмотреть фильм. Они выбрали прирожденных убийц Оливера Стоуна. По сюжету молодая пара совершает серию убийств. На следующий день жизнь в Мэдисон Хат навсегда изменилась. Джереми заявил своим друзьям, что он и его девушка должны реализовать свои планы аналогичным способом, не щадя даже ее младшего брата. Обнаружение тел. 23 апреля друг 8-летнего брата Жасмин Тайлера пришел в дом Ричардсонов и постучал в дверь. Но никто не отозвался. Мальчик заглянул в окно подвала, пытаясь увидеть там своего приятеля. Когда он прищурился, он увидел через стекло ужасающую картину. Мальчик сразу же побежал к себе домой и рассказал об увиденном своей матери. Женщина немедленно обратилась в полицию. Полиция прибыла к дому Ричардсонов около 13 часов. Никто не подозревал, какие мрачные тайны скрывались в этом доме с двускатной крышей, окруженным подстриженным газоном. Инспектор Брент Секандиек постучал в дом. Когда ответа не последовало, он подошел к окну подвала и заглянул внутрь. Он разглядел человека, лежащего на полу. Полицейский понял, что что-то не так. Секандиек вызвал подкрепление и бригаду медиков, надеясь, что врачи еще смогут спасти лежащему в подвале человеку жизнь. Инспектор выбил дверь и прошел прямо в подвал. Там он нашел 42-летнего Марка. Хозяин дома получил 24 ножевых ранения. 9 из них были нанесены в спину. 48-летняя Дебра лежала у подножья лестницы. На ее теле насчитали 12 ножевых ранений, одно из которых было прямо в сердце. Она была залита большим количеством крови с головы до ног. Прибывшее подкрепление обыскало дом сверху донизу. В одной из спален был обнаружен еще один труп. Это был Тайлер. Ему нанесли 5 ударов ножом в грудь и перерезали горло. Мальчик лежал в кровати, рядом со своими игрушками, и все вокруг было залито кровью. Сцена, по словам Секандиека, была ужасной, одной из худших, которые он когда-либо видел.
Расследование. Всего в доме было найдено 3 трупа, но по информации, имеющейся у полиции, здесь проживало 4 человека. Никаких следов Жасмин, 12-летней дочери Ричардсонов, не было. Инспектор начал поиски пропавшей девочки. Никто в то время даже не предполагал, что она могла быть причастна к убийствам. Полиции необходимо было найти девушку и убедиться, что она не похищена, а также сообщить ей о гибели всей ее семьи. Пока часть задействованных в расследовании полицейских искала девочку, остальные детективы начали восстанавливать события прошлой ночи. В ходе следственных действий было установлено, что Дебра была убита первой. Марк, по всей видимости, услышал звуки борьбы и бросился на помощь своей супруге. Он сопротивлялся и использовал в качестве оружия отвертку. У мужчины были защитные раны, но все же нападающие оказались сильнее. Самым шокирующим, как отмечала полиция, было убийство 8-летнего ребенка. Тайлер в момент нападения спал в своей постели. Тот, кто его убил, приближался бесшумно, стараясь не разбудить мальчика. Полиция опубликовала заявление, в котором говорилось, что они ищут Жасмин Ричардсон по серьезному семейному делу. Когда детективы обыскали дом, школьный шкафчик девочки и опросили ее друзей, она стала подозреваемой. В школьном шкафчике детективы обнаружили рисунки, на которых был изображен процесс убийства семьи Ричардсон. Полицейские изучили профили девочки в социальных сетях и электронные письма, которыми обменивались Жасмин и Джереми, и обыскали машину парня. Маленький городок Мэдисон-Хат не привык к таким чудовищным преступлениям. По словам репортера, который освещал это дело, на протяжении всего расследования, пока убийцы не были найдены, жизнь в городе замерла. Все жители оставались в своих домах, боясь опасных преступников. Один из полицейских, осматривавших дом Ричардсонов, сказал: «Я видел много ужасных мест преступления и множество трупов, но никогда не видел тел детей в таком состоянии». Детективам удалось установить, что через 2 часа после убийств Жасмин и ее парня видели в кафе. Молодые люди смеялись и целовались. На следующий день пару обнаружили в поселке Лидер, Саскачеван, примерно в 130 километрах от дома. Позже, 3 мая 2006 года, 19-летняя подруга Джереми Стейнки Кейнси Ланкастер была обвинена в соучастии в преступлении из-за того, что она отвезла Жасмин и ее парня в другой город, а также участвовала в уничтожении улик. Было установлено, что девушка забрала пару и поехала с ними на парковку, где они смыли кровь, а затем очистили орудие убийства – большой складной нож. Ланкастер, по ее словам, была уверена, что помогает Жасмин сбежать из дома, чтобы молодые люди могли быть вместе, и только поэтому согласилась отвезти влюбленных в другой город. По пути у них кончился бензин, а заправочные станции поблизости были закрыты, поэтому троице пришлось провести ночь в машине в поле. На следующее утро на заправке они купили местную газету, где на первой полосе была статья о жутких убийствах. Ланкастер сообщила, что была совершенно потрясена и до того момента не знала, что помогает скрыть это преступление. Предъявление обвинений Жасмин. В соответствии с законом об уголовном правосудии по делам несовершеннолетних, имя Жасмин не могло быть опубликовано в прессе после того, как она стала подозреваемой. Она была известна в СМИ как J.R. История о жестокой девочке и ее парне мгновенно просочилась в прессу и потрясла Канаду. Согласно законам Канады, 12 лет – это минимальный возраст, в котором человеку может быть предъявлено обвинение в совершении преступления. Осужденным, которым на момент совершения преступления не исполнилось 14 лет, не может быть назначено наказание как взрослым. Максимальный срок заключения не должен превышать 10 лет. Жасмин и Джереми были обвинены в 3 убийствах. Помимо электронных писем с обсуждением плана преступления,
были обнаружены и другие доказательства. Полиция допросила ряд свидетелей, которые заявили, что Джереми признавался им в убийствах. 9 июля 2007 года девочку признали виновным по трем пунктам обвинения в убийстве первой степени. Судья Скотт Брукер, который рассматривал дело Жасмин, сказал: «Трудно представить себе более ужасающее преступление, чем это. Запланированное и преднамеренное убийство нескольких человек 12-летним ребенком». Убийство 8-летнего сына Ричардсонов судья назвал непонятным. Он, как и его родители, совершенно невинная жертва, хотя и более уязвимая. На вопрос судьи, почему Жасмин и Джереми убили ее родителей, девочка ответила: «Я так его любила. Я думала, это сблизит нас». Психиатрическая экспертиза охарактеризовала девочку как имеющую серьезные расстройства. На слушаниях по вынесению приговора 21 октября суду были представлены доказательства, что Жасмин страдает тревожным расстройством, депрессией, склонна к незрелому решению проблем и фантазированию. Королевский прокурор Стефани Клири сказала, что психиатрические заключения показывают, что девочка не проявляет никакого раскаяния и не принимает ответственность за свою роль в тройном убийстве. Адвокаты защиты Тим Фостер и Кэтрин Бэйек заявили, что держать девушку под стражей в течение максимального срока было бы слишком сурово, и просили назначить 3 года заключения и 4 года условно. Судья Скотт Брукер спросил подсудимую, есть ли у нее что сказать, прежде чем он вынесет ей приговор. 14-летняя Жасмин отказалась от комментариев. 8 ноября 2007 года ее приговорили к максимальному наказанию в виде 10 лет лишения свободы. Приговор учитывал 18 месяцев, уже проведенных под стражей, за которыми последовали 4 года в психиатрической больнице и 4,5 года под надзором по месту жительства. Полиции разрешено было взять у осужденной преступницы образец ДНК для внесения его в национальную базу данных. Девушке будет пожизненно запрещено владеть огнестрельным оружием. Брукер заявил: «Я буду держать это дело под контролем». Он отметил, что вся система работает над одной и той же целью – сделать так, чтобы Жасмин больше никогда не совершала преступлений. Королевский прокурор Стефани Клири заявила, что удовлетворена приговором. Это максимально возможный срок для обвиняемого ее возраста. Адвокат Фостер прокомментировал решение суда. Судья провел очень тонкую грань, пытаясь учесть интересы всех сторон и предоставить Жасмин возможность вернуться к нормальной жизни. Он добавил: «На данный момент я чувствую, что моя клиентка очень хочет пройти терапию и реабилитацию. Ее большая семья продолжает поддерживать ее. Ее регулярно посещают, регулярно звонят по телефону. Родственники, безусловно, участвуют в жизни девочки и поддерживают контакт с ней». Жасмин стала самым молодым в истории Канады человеком, осужденным за несколько убийств. Суд над Джереми. Судьба Джереми оказалась более печальной. Находясь под стражей, он признался в убийствах. Процесс по его делу длился 2,5 недели. Родственники убитой семьи просили возможности лично дать показания на вынесение приговора, назначенном на 15 декабря 2008 года. Обвинение и защита сошлись на признании факта, что Джереми Стейнки зарезал родителей девочки, когда пробирался ночью в дом Ричардсонов в лыжной маске, полностью одетый в черное. Разногласия возникли по поводу обстоятельств смерти младшего ребенка и мотивов нападения. Обвинение представило Джереми как бессердечного убийцу, который уничтожил всю семью своей девушки, действуя по плану, заранее разработанному парой и описанному в разговорах молодых людей с друзьями. Детали плана также обсуждались посредством онлайн-сообщений,
которыми влюбленные обменивались. Мотивацией, по мнению обвинения, была подростковая ярость по отношению к родителям, которые не одобряли отношения 12-летней девочки и 23-летнего безработного, бросившего учебу Джереми. Королевский прокурор Рамона Робинс представила запись разговора Джереми с офицером под прикрытием, выдававшим себя за заключенного, когда арестованного перевозили в тюрьму Калгари. В ней Джереми признал, что несет ответственность за эти убийства, и рассказал некоторые подробности. «Ты слышал об этом тройном убийстве?» – спросил полицейского Джереми. «Ты смотришь на убийцу. Я и моя старушка стали легендами». Парень рассказал собеседнику, что девушка сама перерезала горло своему брату. По его словам, мальчик перед убийством проснулся и умолял сестру сохранить ему жизнь. Он плакал и говорил, что очень напуган, что он слишком маленький, чтобы умереть. Она сказала, что сделала это, чтобы ему не пришлось жить без родителей. Ее это совсем не беспокоило. Она не плакала или что-то в этом роде. На самом деле, на следующий день, когда мы были в дороге, она смеялась над этим. «У нее тоже несколько болтов откручено», — говорил Джереми. Он описал полицейскому под прикрытием свои фантастические планы. Жениться на своей девушке, проведя готическую свадебную церемонию. И переехать жить в замок в Германию. В какой-то момент парень спросил: «Ты когда-нибудь смотрел фильм «Прирожденные убийцы»?» «Я думаю, что это лучшая история о любви всех времен». Прокурор Робинс сообщил присяжным, что Джереми Стейнке также сказал полицейскому, что последним словом отца девочки перед смертью был вопрос «Почему?». И что тот ответил: «Потому что ваша дочь так хотела». Джереми рассказывал, что за несколько часов до убийства он выпил 2-4 бутылки пива и бутылку красного вина марки «Вампир», а также принял грамм кокаина. «Девушка была мотивом, а Стейнке – средством», – заключил Робинс. Прокурор протестировал против заявления подсудимого о том, что он ничего не мог сделать, чтобы помешать Джасмин. Робинс предположил, что Джереми стоял в стороне и смотрел, как мальчик умирает, потому что знал, что тот мог бы его опознать, если бы остался в живых. Обвинение заявило, что подсудимый пытался уговорить друзей помочь ему с убийством. Джордан Атфилд показал, что парень просил его о помощи, а когда он отказался, пригрозил обвинить его и других своих знакомых, если его поймают. Другой друг обвиняемого, Джеймс Уолли, рассказал присяжным, что парень хвастался, что выпотрошил как рыбу родителей девочки. Несовершеннолетний свидетель, чье имя не называется, сообщил, что видел, как Джереми и Жасмин улыбались, читая газетные репортажи о громком преступлении. Адвокат Ален Хепнер представил Джереми как жертву жестокого обращения в детстве, влюбленного неудачника, слишком одурманенного наркотиками и алкоголем, чтобы самостоятельно задаться целью убить. Он заявил, что нападения на родителей были импульсивной реакцией, вызванной чрезмерным опьянением и злоупотреблением наркотиками Джереми в ту ночь, а также тем, что мать девочки застала парня врасплох в доме в ту ночь. Разговор с офицером под прикрытием Хепнер назвал пустым хвастовством Джереми, призванным укрепить его тюремную репутацию, а онлайн-переписки – бахвальством молодого человека с нулевой самооценкой, который наконец нашел кого-то, кто его полюбил. Защита предоставила возможность дать показания матери Джереми. Во время ее выступления подсудимый плакал. Он слышал, как Жаклин Мэй рассказывала суду об избиениях и всех случаях жестокого обращения, которым он подвергался с детства, со стороны ее бывших мужей и любовников. «Он сказал, что хотел бы никогда не рождаться», — сообщила присяжным Мэй,
добавив, что ее сын с раннего подросткового возраста принимал антидепрессанты и лекарства от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Когда у подсудимого спросили, зачем он убил семью Ричардсон, он ответил: «Когда ты находишь свою вторую половинку, ты делаешь для нее все, что угодно. Я делал все». Джереми был приговорен к 3 пожизненным заключениям по каждому из 3 пунктов обвинения в убийстве первой степени. Наказания должны отбываться одновременно, поэтому осужденный будет иметь право на условно-досрочное освобождение после 25 лет пребывания в тюрьме. Во время чтения обвинительного приговора 25-летний Джереми опустил голову, а его мать Жаклин Мэй плакала, сжимая в руках Библию. «Я не ожидала первой степени», — сказала она позже. Норм Баучер, мэр Мэдисон Хатт и начальник полиции на момент убийств, заявил, что присяжные вынесли единственный логичный вердикт, основанный на неопровержимых доказательствах. Он выразил надежду, что назначение наказания убийцам поможет городу преодолеть этот травматичный опыт. Баучер, который хотел, чтобы суд над преступником состоялся именно в Мэдисон Хатт, отметил: «Это может стать окончательным закрытием дела, в котором нуждается наше сообщество. Это преступление действительно потрясло всех жителей». Уже находясь в тюрьме, Джереми написал своей девушке письмо, в котором предложил ей выйти за него замуж. Жасмин ответила согласием. Пара часто обменивалась письмами, и ни разу никто из них не выразил никакого раскаяния о своих действиях. Дальнейшая судьба преступников. В 2011 году Жасмин после прохождения комплексной реабилитации и лечения была освобождена из тюрьмы. Серия психиатрических обследований показала, что у нее диагностировано расстройство поведения и оппозиционно вызывающее расстройство. Отбывая оставшуюся часть срока наказания под надзором, Жасмин поступила в университет Маунт-Ройл в Калгари. По решению суда ей был отменен комендантский час. Во время своего последнего выступления в суде по поводу ее условно-досрочного освобождения, девушка поблагодарила судью, но не извинилась и не выразила сожаления по поводу своих преступлений. Марк Тоттен, профессор уголовного правосудия и соавтор книги «Когда дети убивают», сказал: «У нас есть молодая женщина, у которой в 12 лет диагностировали оппозиционно вызывающее расстройство и расстройство поведения. Это 2 очень серьезные проблемы. Можно ли измениться после стольких лет в психиатрической больнице и общественного надзора? Безусловно, но я надеялся услышать, как она возьмет на себя ответственность за преступление». Джереми подавал документы в апелляционный суд Альберты, где указал, что сменил имя на Джексона Мэй. Убийца взял фамилию своей матери. Он сделал это в 2011 году. В ответ заместитель секретаря апелляционного суда Калгари сообщил заключенному, что его просьба слишком запоздала. Он написал: «Обратите внимание, что ваше уведомление об апелляции просрочено. Сперва вы должны подать ходатайство о продлении срока апелляции». После этого Джереми ничего больше не предпринимал. Он по-прежнему находится в заключении в федеральной тюрьме. Но точное местонахождение преступника не разглашается в связи с законом о конфиденциальности Канады. Он будет иметь право подать прошение об условно-досрочном освобождении примерно в 2033 году, когда ему будет около 50 лет. Неизвестно, поддерживают ли Джереми и Жасмин отношения сейчас. Срок Жасмин закончился в 2016 году. И с тех пор она считается свободной женщиной. После ее освобождения Скотт Брукер сказал миссис Ричардсон: «Очевидно, что вы не можете отменить свое прошлое, но вы можете жить каждый день с осознанием, что вы способны контролировать свое поведение и то, что вы делаете каждый день». Узнав, что Жасмин вышла на свободу, многие из ее знакомых были удивлены, что она отсидела так мало, но выразили надежду,
что она усвоила урок. Бывшая соседка семьи Ричардсон, Сью Ингланд, сказала CBC: «Чаще всего я думаю о том, как она продолжит свою жизнь. Я испытываю к ней симпатию, но невозможно представить, чтобы кто-то сделал нечто подобное». Слушательница канадской радиовещательной корпорации позвонила в эфир и прокомментировала новость об освобождении Жасмин. «Если ты достаточно взрослая для того, чтобы совершить убийство, ты обязана отсидеть положенный срок». Брэд Секондиак, который первым прибыл на место преступления в 2006 году, сказал: «Мой самый большой страх заключается в том, что Жасмин обманула тех, кто занимался ею, что у нее не было прогресса в терапии. Я надеюсь, что она действительно взяла на себя ответственность за то, что сделала, и сможет двигаться вперед». Обвинение с Кейси Ланкастер, которая помогла влюбленной паре преступников уехать из города, было снято. Она признала себя виновной в препятствовании правосудия в суде провинции Мэдисон-Хат. В рамках сделки о признании вины девушка получила 1 год домашнего ареста. Отсутствие раскаяния и жестокость, проявленная Жасмин при убийствах ее родных, может свидетельствовать о том, что у нее имеется психопатическое расстройство. Признаки психопатии обычно становятся заметны еще до достижения человеком 16-летнего возраста. Причины возникновения этого расстройства до конца еще не изучены, но среди возможных факторов называют генетическую предрасположенность, жестокое обращение в детстве, злоупотребление родителями психоактивных веществ. К признакам психопатии относят: поверхностное обаяние, склонность к патологической лжи, завышенное чувство собственного достоинства, отсутствие чувства вины и раскаяния, манипулятивное поведение, импульсивность, беспорядочное сексуальное поведение, склонность к совершению преступлений. Психопатия считается психическим заболеванием, от которого не существует лекарства. Лечение взрослых людей, страдающих этим расстройством, оказалось неэффективным. Но терапия детей с признаками психопатии имеет положительные результаты. Как вы думаете, кто больше ответственен за убийство семьи Ричардсон? Жасмин или Джереми? Как вам кажется, сможет ли вышедшая на свободу девушка жить нормальной жизнью с пониманием, что по ее вине была уничтожена вся ее семья?